26 музыкальных коллективов со всего региона съехались в выходные в Парк Дружбы Народов, чтобы отметить великий праздник Троицы. Это большое событие для любого верующего человека. Праздник символизирует три ипостаси Бога и является одним из ключевых в христианстве. Троица, или как ее еще называют, Пятидесятница, наступает на 50-й день после Пасхи и предшествует Петрову посту. На Руси его называли съезжим, потому что отметить Троицу собирались жители нескольких ближайших сел. Это один из важных праздников, объединяющий, это, естественно, Отец, Сын и Святой Дух, Святая Троица. И сам праздник тоже получается у нас объединяющий. И не только русские праздновали этот праздник, все православные христиане собирались на этот праздник. На Троицу принято собираться семьями за праздничным столом. Символ праздника – береза. Древние славяне считали, что это дерево обладает большой жизненной силой. Березками украшали дома и храмы, защищая их от злых духов и придавая силы жилищам. Организатор праздника Татьяна Мачкасова уверена, важно не только самим чтить традиции, но и передавать их детям. Человек каждый должен знать культуру и историю своего народа. Мне кажется, это обязательно. Это как, ну, такой пояс защиты, что ли, или иммунитет, когда он спасает человека. И человек знает, к какому народу он принадлежит, к каким традициям, к какой истории, чтобы не остаться вот в каком-то одиночестве, в вакууме, в пустоте. Троицу в Парке Дружбы Народов отметили около 600 человек. Это не только участники коллективов и их родители, но и гости Самары, прибывшие на теплоходах, и местные жители. Впечатления очень яркие, очень необычно. И такие праздники нужны. Все очень ярко одеты. Очень празднично, очень соответствует названию парка. Мы присоединяемся к народным гуляниям, приобщаемся и восхищаемся здесь местной, кстати, вот средой, потому что здесь восстановлены дома. Это моя история, моя история абсолютно. Вот наслаждаюсь, смотрю, наблюдаю. И очень радует такая общность. Организаторы уверены, традиции нужно поддерживать и продолжать. И в следующем году в Парке Дружбы Народов снова отметят Троицу. Виктория Шара и Николай Сидоров. События.